Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 17 октября, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Стефана. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как «корона». Небесным покровителем его является святой Стефан Щелянович, сербский. В 15 веке от Рождества Христова сербской землей управлял Стефан. Сам правитель был христианином, как и его родители. Только время его правления выпало на мусульманское владычество. Сербия то и дело подвергалась нападению турок, которые с каждым разом все больше разоряли страну. Святой, не жалея себя, защищал свою родину, исполняя службу в армии. А когда на страну обрушился голод, то праведник раздавал нуждающимся свой хлеб. Ежедневно он помогал добрым словом и наставлениями на истинную веру тем, кто так в этом нуждался. После смерти правителя от его могилы стал исходить божественный свет. Однажды турки увидели это чудо и решили, что в земле спрятаны сокровища. Когда недруги раскопали могилу, то обнаружили нетленное тело праведника. Сербские монахи выкупили мощи у турецкого паши и перенесли в монастырь Шишатовец на Фруштинской горе. Супруга Стефана, святая Елена, увидев нетленные мощи своего мужа и совершавшиеся от них чудеса, стала монахиней и подвязалась в посте и молитве до самой смерти. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Владимира, Петра, Павла, Дмитрия, Николая, Михаила, Якова, Тихона, Василия. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!